Вот именно керамика, что мне нравится, идея в голову пришла. Я даже как бы эскизы не набрасываю, ничего не делаю, я вот по ходу делаю, о, вот здесь так можно, здесь так. Мне, может быть, одно время нравится резать рельеф, а потом, если, допустим, как бы надоест этим, то я могу живописью заниматься. Допустим, вот зимой я пишу картины, там могу пару картин написать. А весной вот мне хочется керамикой заниматься. Допустим, фонтанчик, да, это старый Крым называется. Там, если посмотреть на него, можно увидеть мечеть узбеков.